Я снимаю, как ты покупаешь телефон. Да, 33 999. Ага. Просто снимаю. Здесь получается только съемка. На стоп уже на паузу не поставишь. Забираешь сдачу. Вот он, телефон. Как он называется? Huawei Nova 11. Huawei Nova 11. Классного изумрудного цвета. Да. Мы проверим его, потестим и запишем обзор на него, как он работает. Ну, должна быть хорошая камера. Мы рассматривали Honor 90, но нам посоветовали вот этот, потому что в нем оригинальная линза фирмы Leica. И что... Leica? Русская Leica? Нет. Что в этом телефоне съемка лучше, чем в Honor 90. Honor 90 стоил 40 тысяч, а этот 34. Ну, посмотрим. И напишем. Не, мы не то, что из-за экономии там, но просто если нет разницы, зачем платить больше? Да, мы купили его. Купили из-за того, что продавец-консультант сказал, что разницы нет в съемке. Мы это как раз проверим. Вот для чего на самом деле нужна шапка. Шапка нужна для того, чтобы протирать своего цифрового друга. Серафима, покажи свой старенький смартфон, который уже... Хороший. Он такой хороший, что он немножечко тормозит, да? Любимый телефончик. Этот телефончик просто использовался как модем, как раздавание интернета. И он стал немножечко тормозить, да? Да, так жалко. Маленький телефончик. А как у него название, да, у этого? Этот Samsung A40, по-моему. А. Ну, этот гораздо красивее, мне кажется. Ну, больше. Главное, чтобы он красиво снимал. Вот это вот главное. Нас это больше всего интересует. Камера. Ведемся мы на всякие такие штучки. Ведемся вообще. Нам наговорили, что у него хорошая линза, и мы купили. Хотя хотели Honor 90. Это подарок. Подарок к 14 февраля. Да? Да. 50 мегапикселей. Там у них 300, 400, 200. Нет такого. Хотя камеры очень хорошие. Ну, вот молодой человек, да, говорит, почему, что камера, а там такая же, как здесь. Почему так происходит? Да. Потому что у них свой фотомодуль, ага, и свои линзы. То есть качество линзы, качество фотомодуля идет на премиум уровне. А вот этот на уровне какого айфона? Этот на уровне, получается, XR. Какого? XR. Ага. Ну, это получается... До пятерки или после? После, это перед 11-м, вот так вот я могу сказать, да. Да, сейчас фокус поймает на тебе. Да, нормально. Запишем обзор и обязательно выложим на канал. У кого есть такой телефон, может быть, что-то знаете, напишите в комментариях. Проверяем камеру в нашем новом телефоне. В твоем Серафимином новом телефоне. Мы проверяем камеру. И вот такой режим мультисъемки. Как вебинар, знаешь, ведешь. Неплохо. Мне кажется, хороший телефон.
так, это шире, это тут больше. Разные. А, когда ты снимаешь, можно увеличивать во время? Да. Разворачивать. О! Значит, мы идем и снимаем на улице. Мы пробуем такую камеру. Мне кажется, что она просто очень близко, да? Надо на какой-то селфи-палку. Селфи-палку? Да. Наверное. Так. Палка. Мне кажется, классный телефон. Вот такой вот. Да. Мне тоже нравится. Ну все, да. Пока. Всем пока, подписывайтесь и ставьте лайки.